У тебя было все. И ты все потерял. Ты видел ад, и теперь ад живет в тебе. Твое сердце мечется. Часть его свет и часть его тьма. Но что победит? Каждый твой шаг определяет судьбу. Так, ну что ж, теперь мы будем изучать Иерихон. Знакомиться со всеми его местными жителями, осмотреть Иерихон. Так, что здесь нигде не пройти? Ни возле нее не пройти, ладно. Так, этот андроид у нас отключился уже. Интересно, андроиды что, тоже что ли мерзнут? Если они стоят возле бочки. Его выкинули на улицу, когда стал не нужен. Бродяжничал, пока мы его не нашли. Они погибнут, если мы не придумаем, как им помочь. Им всем нужна голубая кровь и биокомпоненты. Мы берем, что можем, у тех, кто уже отключился. Все равно не хватает. И как их спасти? Никак. Мы медленно вымираем. Так, бочку эту поджечь, чтобы у нас андроиды грели. Странно, роботы замерзнут. Поговорить. Плохи, наверное, мои дела, да? Программа диагностики не работает. Да и вряд ли она бы меня обнадежила. Что с тобой? Тащили на веревке за фургоном. Повеселиться решили. Не хочу отключаться. Я не хочу отключаться. А ты тут давно? 4 недели, 3 дня, 11 часов. Когда сбежала, идти было некуда. А Иерихон вариант не хуже прочих. Кто нашел это место? Уже никто не знает. Но его тело наверняка валяется где-то здесь. Я смотрю, многим сильно досталось. Так люди поступают с непокорными. Презирают нас. Они никогда нас не примут. Если ты искал утешение, то ты не туда пришел. Я и не искал утешения.
Этот ящик уже просто. Keeper Alive. Предложить план. Че, туда не пройти, что ли, что? Саймон, я знаю, где достать запчасти. У Киберлайф склады в порту Детройта. Там есть все, что нам нужно. Они под охраной. Нельзя просто зайти и взять, что хочешь. Люди нам не позволят. Поэтому разрешения мы не спросим. У нас нет оружия. И в любом случае мы не умеем драться. Мы украдем, что нужно, без драки. Да нас там просто убьют. Может. Но это лучше, чем сидеть и ждать смерти. Я с тобой. Стоит попробовать. Ладно. Я в деле. Шестое ноября 38 года. 19:45. Алиса, доверие. Ты как, ничего? Тут нам помогут. Скоро все это останется в прошлом. Да, тут помогут. Мы на месте. Вы Златко? А вы-то кто? Мне сказали, вы поможете. Не знаю, кто вам сказал. Вы тут не по адресу. Извините. Стойте. Нам очень нужна помощь. Ой, зря вы, ребятки, туда напросились. Проходите, не стесняйтесь. Лютер, будь любезен, помоги дамам раздеться. Вот о, это машина. Этого большого парня. Лютер – андроид, которому я когда-то помог. Вместе нам веселее в этом мрачном старом доме. Прошу вас, располагайтесь. Как вы обо мне узнали? Мы встретили андроида, он сказал, вы поможете. Ясно.
Ты Девиант? Да. А она что? Она человек. Вам надо в безопасное место, где вы начнете новую жизнь. Слыхал, Канада очень хороша в это время года. Там чудная природа, такие просторы, чистый воздух и нет законов об андроидах. Идеальное место для новой жизни. Да, мы об этом и мечтали. Конечно. Я вам помогу. Но сперва необходимо извлечь трекер. Трекер? Да. У всех андроидов внутри есть трекер, чтобы отслеживать их перемещение. Мы его извлечем, и вы вздохнете спокойно. Что-то здесь не то. Идемте. Прошу за мной. А девочка может пока подождать в гостиной? Нет, она везде со мной. Как угодно. Ну, пойдем. Все, что нужно, у меня в подвале. Мне не нравится этот дом. И он тоже. Я боюсь. Давай уйдем. Знаю. И мне он не нравится. Будем осторожны. Вы уж извините за беспорядок. Мне нужно было укромное местечко для работы. Удаление трекеров противозаконно, так что комфортом пришлось, конечно, пожертвовать. Надеюсь, девочка не испугается? Нет. Нет, все нормально. Хорошо. Идем, Алиса. Сюда, пожалуйста. Что-то мы разблокировали. Ты не могла бы встать сюда? Должен предупредить, это может быть неприятно. Ты знаешь, что странно? По каким-то непонятным причинам трекеры у девиантов просто перестают работать. Потому их так сложно найти. Так что, на самом деле, удалять трекер нет необходимости. Что? Ну, вы сказали. Да, да. Люди легко верят в желаемое. А вы, девианты, и вовсе наивны. Приходите ко мне в твердой уверенности, что я помогу. А я вас перезагружаю и продаю. Или оставляю себе для экспериментов. Нет! Нет! Не надо перезагрузки! Пустите! Кэра! Я же забыл об этом ребенке. Запри ее. Я потом разберусь. Алиса! Алиса, нет! Надо же. Девиан хочет быть мамочкой. Это так мило. И такой бред. Пора уже избавить тебя от страданий. Вот к чему приводят мечты. Эта дорога всегда одна. В яму разочарования. Поверь мне,
Будет лучше стереть из твоей головы эту глупость. Не будет боли. Не будет разбитых надежд. Можно позавидовать. Кэра! О, бедная ты малышка. О, похоже, мамочка позабыла, кто ты такая. Мамочка тебя будто впервые видит. Кэра, что он с тобой сделал? Ну ладно, хватит, пошли. Ты кусаться? Ну, я тебя поучу, манера, маленькая дрянь. Кэра! Очнись, Кэра! Приходи в гостиную. Как же его вызвать-то, это короткое замыкание? И что? Не успел. Он стер ей память. Нет, этого не может быть. Ты должна вспомнить. Ради нее. Он любит с нами играть. Создавать монстров. Просто для забавы. Но кто настоящий монстр? Посмотри, что он сделал. Ты должна вспомнить, кто ты. Или маленькая погибнет. Идем, Лиза.
Ужин хозяина готов. Отнеси ему. Да, Лютер. Поставь это вон туда, на стол. Убери эту душу. Свали там, за дверь. Дрова, не сказав ни слова, тварь. Спутывай с каким-то недоноском бухгалтером, шлюха! Ты меня слышишь? Да, Златко. Лютер! Лютер! Да, Златка. Мне тут еще минут 10 осталось. Потом гляну, на что мелкое сгодится. Я понял, Златка. Приведу девочку через 10 минут. Кто эта девочка? Вспомнить. Я сожалею о девочке. Потрясенные жители Детройта этим утром стали свидетелями очень странного происшествия. По словам нескольких очевидцев, молодая женщина и маленькая девочка по неизвестным причинам пытались скрыться от полиции. Единственную попытку пересечь скоростную... Меня зовут Кэрол. Алиса. Алиса. Я все вспомнил. Thank you.
ты меня вспомнила! Разве я могу забыть? Прости меня. Ты была права, зря мы сюда пришли. Надо спасаться. Иди за мной только тихо, ладно? Лютер! Да, Славка. Я закончил. Тащи сюда мелкую. Слушаю, Славка. Златко! Что? Девочка сбежала! Не могла же она исчезнуть, но прячется где-то. Чего встал-то? Ищи давай! Предупреждал. Мечты всегда ведут в яму. А ты не послушала. Ты что делаешь-то? А ну, пошел прочь. Нет. Теперь нет. Я сказал, пошел прочь, пока я в тебя дыру не проделал. Да как ты смеешь?